Первое вейперовское. Всем привет! Вы находитесь на канале Пары Образования. С вами я, Сашка Порно. И сегодня мы будем мотать на мод под названием Framlet Stample Fused Clapton Coil. Для этого нам потребуется 0.1 нехром, 0.4.0.1 плоский нехром и 0.4 нехром. Так, берем 0.4 нехром, делаем две заготовки. Отрезаем лишнее. Раз. Два. Теперь выпрямляем. Затем берем 0.4.0.1 нехром и отрезаем в два раза больше, чем 0.4 нехром. И фиксируем его в станок. Теперь нам нужно отрезать чуть-чуть 0.1 нехрома и зафиксировать наш плоский, чтобы он не гулял. Так, берем 0.4 нехром и фиксируем его по бокам. Выглядит это приблизительно вот так. Теперь нам понадобятся зажимчики. Первый мы ведем до конца. Затем второй тоже до конца. Потом просто его растягиваем. Спасибо компании Stan за предоставление данного материала, из которого я сейчас мотаю. Материал реально чистый. Во, good, заказывай, заказывай. Ссылка там, там. Все, погнали. Хочу шавуху. Большую шавуху. А о чем думаете вы, когда мотаете? Собственно, все, дамы и господа. А сейчас мы будем ее наматывать на оправу 3-6 витков. Итого у нас получилось сопротивление 0.13. Намотка хорошо парится на платах, но лучше она жарит на мехах, когда, например, 5 витков. Если вас заинтересовала данная намотка, вы можете ее приобрести в магазинах Rotis Workshop, ссылка будет ниже. Вы были на канале Пара Образования. Подписывайтесь, ставьте лайки. Доброй пары!